Михаил, у тебя ровно 60 секунд, чтобы рассказать Евгению о своем проекте. Мы строим некое поселение за Киевом, которое мы назвали Hipster City. Смысл ее в том, что мы, как бы объединяя 60-100 семей, строим полностью законченный город, который имеет немножко большую философию и функционально по-другому работает, чем все существующие форматы недвижимости. Мы делаем как бы город 2.0. Новый социум маленький. Да. Ну, представьте себе квартиры, как бы, да. В ней же очень удобно, то, что кран открыл, течет горячая, вода холодная, плита работает, электричество есть, там, канализация. Это ж классно, правда? Но вот представьте себе. В такого нет? Нет, так это ж классно в любой квартире, правильно? Но в общем вы все равно имеете только ограниченный выбор в том, что вот эти все прелести вас друг на друга поставят и никакой другой альтернативы. Вот. Мы предлагаем, условно говоря, вот такие очень комфортные квартиры разложить не на 5 соток, 100 квартир, а разложить их на 4 тысячи. 4 гектара, другими словами. Я думаю, у вас ничего не получится по некоторым причинам. Причина первая. На мой взгляд, хипстеры – это люди, которые в своей философии свободные люди. Они не хотят покупать какую-либо недвижимость, по вашему предмету, да, и привязывать себя там, к какой-то земле. То есть это не сработает. Мы ж не продаем, собственно, недвижимость. Мы делаем город. То есть это как бы поселение, которым каждый является еще и единицей власти. То есть они как бы между собой принимают решения, как бы все, ну, все работает согласованно. Община? Что? Община? Ну как община? Это ЖЭК 2.0, давайте его так назовем. То есть когда не какой-то бухгалтер там решает, считает все за вас, а когда все оцифровано, работает по блокчейну, и мы в принципе абсолютно имеем прозрачную структуру. Да, мы сейчас ведем переговоры с операторами, которые внедрят нам нашу технологию и привяжут наше техническое задание, которое уже есть, юридическое описание, вот, современным продуктом. Вы говорили о какой-то колоссальной площади в 40 гектаров? Или... Нет, 4 гектара. 4 гектара. Ну, то есть 4 гектара на 100 как бы домиков, это вообще отлично. Мне кажется, сейчас недвижимость в таком состоянии находится там в Украине, да, то есть продать даже те же 100 домиков, когда есть куча пустующих в коттеджных городках, там, и достаточно тяжело. А продать, да. Построить не тяжело. Построить, для того, чтобы построить, нужно, чтобы люди в том числе вложили деньги. Понятно. Люди даже первоначально не готовы думаю, вложить будут деньги, да, то есть в уровень земли, если можно купить готовый за те же деньги. Ну, например. Вы не купите квартиру, в которой ты выходишь на балкон, а вместо балкона ты выходишь в сад, который большой, просторный, там комфортно и уютно. Не купите. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки не получится. Но есть такое, у вас не получится, есть огромное количество коттеджных городков, да, так называют. А мы не коттеджный городок. Ну, вы по своей концепции просто называетесь не коттеджный городок. На самом деле это тот же самый там земля, домик, который там выход в парк, да, то есть таких домиков есть огромное количество. В коттеджном городке люди друг с другом не взаимодействуют никаким образом. А в этом смысле мы в плане того, что мы переносим коммуникации, делаем их централизованные, что намного удобнее. Мы как бы продвигаем более как бы скандинавский тип застройки современной, а в плане того, что при этом всем это еще как бы имеет такую подоснову, при которой жители с семьей 60 вполне достаточно взаимодействуют между собой, обмениваются как бы экспертизами, ключевыми знаниями, создаются местные продукты. А в этом плане мы ближе как бы к Кремниевой долине. Вот что конкретно, какая из концепций, вы считаете, у нас не пойдет? Если я хочу дружить со своим соседом, я буду с ним дружить в любом другом городке и взаимодействовать. Ну, поэтому, наверное, не получится. Поэтому не получится. Да. И как в другом коттеджном городке повзаимодействовать и централизованную систему, например, там, солнечных панелей, либо централизованную подачу воды. Как вы реализуете это взаимодействие? Либо совместный продукт с соседом. Да. В любом коттеджном городке установить солнечные батареи и подвести по линиям электропередачи солнечную энергию, нет никаких проблем. Кому? К одному себе? Нет, кому кто это хочет, кто-то использует. Ну а кто в коттеджном городке с вами еще захочет? Ну, тот, кто захочет, да. То есть, кому эта концепция вот тоже поможет? Ограниченное количество, которое захочет, посчитает, что это очень дорого, на вас троих ограничено. Мне кажется, у вас все равно не получится, потому что я не знаю вашего конкретного опыта в строительстве. Я, к сожалению, не видел вас нигде там в каких-то должных... Смотрите, мы строим систему, при которой мы выбираем оптимального застройщика, контролируем его качество, и он нам предоставляет оптимальный продукт. Ну, то есть вы являетесь, по сути, таким посредником, поэтому это дополнительные затраты на этих людей. Я бы это немножко по-другому выразил. Вот меня не устраивает тот уклад жизни и тот ограниченный выбор, который сейчас предоставлен мне. Я хочу для себя построить по-другому, и чтобы рядом меня тоже окружали адекватные люди, которые
А сейчас неадекватный? Ну, адекватный. Вам примитивный пример дать или такой более высокий? Лучше примитивный. Лучше примитивный. Вот вы же все как бы пользуетесь там продвижением тем или иным образом, там социальные сети, реклама, пиар. Скажите, пожалуйста, какая тема сейчас больше в количественном выражении зацепит людей? Тема того, какой наш президент плохой, условно говоря, мягко, или тема того, что, например, сейчас вот там НАСА испытывает двигатели, которые теоретики не могут объяснить, как они вообще летают? Наверное, президента. Вот. В нашей стране. Да. Ну, вот мы условно и говорим, что нам нужны вот эти вот полтора человека, то есть минимальный процент, которые понимают концепцию, могут вместе взаимодействовать, и мы подбираем ключевых специалистов и двигаемся в проекте так, чтобы он внедрялся. И он внедряется. У вас все равно не получится, потому что вам слишком много усилий потребуется для того, чтобы найти, по сути, единомышленников, да, то есть вот эта вот концепция, да, то есть это такие точечные люди, которые хотят жить в отдельном там городке, так сказать, и при этом они должны понимать, кто будет их сосед, сходится ли его, так сказать, какое-то мировоззрение с этим соседом и так далее. То есть вот делать кастинг? Нет, мы просто, проект уже больше на самом деле, чем полтора года, мы существенно продвинулись, и мы по многим как бы позициям, пониманием уже закрыли, ну, кто чем занимается. Более того, мы сейчас ведем как бы переговоры с компаниями, которые будут интегрировать наше решение, которые мы уже как бы смоделировали, понимаем четко, и можем поставить четкое техническое задание. Все очень просто. Нужно найти просто 100 семей на всю Украину, это не такая сложная задача, по сути. Это вообще не проблема для Киева, да. Что ж, друзья, если вы считаете, что у проекта получится, ставьте лайки. Если же считаете, что не получится, ставьте плачущий смайлик. Также можете оставлять свои комментарии внизу под видео.